Ежегодно 8 июня свой праздник отмечают работники социальной сферы. Часто их называют самыми милосердными, ведь их контингент – пожилые люди, которым необходимо чуточку больше внимания и заботы. В нашем городе эту миссию выполняет Центр социальной помощи населению, который в республиканском рейтинге занимает почетное 2-е место. На чествовании представителей этой профессии побывала и наша съемочная группа. За празднично накрытыми столами собрались сотрудники социальных учреждений нашего города. Это Центр социальной помощи семье и детям, Центр социального обслуживания населения и Управление социальной защиты населения. Все эти люди трудятся во благо каспичан. Одни помогают пожилым, другие заботятся о семьях и одиноких женщинах, третьи оформляют документы, чтобы получить от государства положенную материальную помощь. Так уж повелось, что в этот день уделяют особое внимание одной из этих организаций. В этом году в гуще событий Центр социального обслуживания населения. Качественное предоставление всех видов социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании. И при любых изменениях это должно оставаться главным ориентиром, ведь еще никто не отменял профессионализм, добропорядочность и трудолюбие в своем деле. Особенно торжественным стал момент награждения дипломами и памятными подарками от главы города. В первую очередь отметили руководители, умело ведущие за собой коллективы, выполняя достойно возложенную на них ответственность. Значит, награждается директор Центра социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в город Каспийск Багамедова Патмагаджиевна за многолетнюю деятельность и заслуги в развитии отечественной культуры. Глава муниципального округа город Каспийск Магомед Абдуллаев. В числе награжденных и отличившиеся специалисты, которые на протяжении не одного года занимаются этим благородным делом. Они первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать их. Ими движет чувство ответственности за своих подопечных, ведь зачастую людям преклонного возраста важна поддержка и внимание. Награждается Гусенова Марьяна Магомедовна за добросовестный труд, доброту и внимание к пожилым гражданам и инвалидам. Глава муниципального образования городского округа город Каспийск Абдуллаев Магомед Сулейманович. Работая более 20 лет, центр не только занимается надомным обслуживанием пожилых, но и обеспечивает пенсионерам интересный досуг. Именно так много лет назад образовался хор клуба «Ветеран», который в профессиональный праздник подготовил подарок всем работникам социальной сферы. Больше всего в работе с людьми ценится забота, тепло, внимание и понимание, милосердие и доброе отзывчивое сердце. И судя по отзывам и теплым пожеланиям подопечных, специалисты нашего города всеми этими качествами обладают. Заира Гамзатова, Шамиль Гусейнов, Алексей Колесников, Новости Каспий ТВ.